Озеленение населенных пунктов, праца уладкования, будовництва дорог и земельные спрешки. Старшиня Гомельского облвыканкама Геннадий Соловей провел сегодня прием громадян. О принятых решениях материал наших корреспондентов. Напередодні прийому у Гомелі огучили статистику. З початку года у облвыканкам поступило 3376 зворотов. На 1% большим было летось. На даденный момент становча вырешены 7% питанням. 22% находятся на контроле. Сегодняшний прием я еще раз подтвердил. Далеко не все звороты можно вырешить на корысть заявника. Особливо, когда человек потребует принять решение об обыход закона. Например, выделить квартиру без наявности законных подстав. Обовязково працоуладковать на конкретное предприемство. Отменить решение суда. Хоть на этот раз не все вырешили нечто потребовать особисто для себе. Керовник селянской господарки Миколай Горохов пришел одразу с несколькими пропоновами. По-перше, обновить вытворчесть мебли с лозы. Неколи такая продукция выпускалась у Гомеля и корысталась великим попытом. Посадки лозы заховались до этого часу. Специалисты отповедной квалификации так само есть. Еще одно узнятое пытание – озеленение населенных пунктов. Только у Гомеля все лето высаджено около 30 тысяч древ. Причем в этом году работа значно активизовалась. Поэтому же я и пришел губернатору, что действительно, мы все видим, и соседи, и знакомые, я тем более всю жизнь, с 1973 года сажу деревья, для меня это было, ну, бальзам на душу. Поэтому я и пришел, хоть у меня уже и под 70 годов, но у меня есть знания, опыт, всю жизнь деревья садил, поэтому я вот считаю, цели визита достиг. Мне как раз перед приемом губернатора жилищно-коммунальное хозяйство Гомеля позвонили. И то обычно я пытался им что-то рассказать. Но они все время мне говорили, что у нас богато специалистов с большими дипломами, мы все знаем. А теперь говорят, поделитесь своим опытом. Земельные спрешки – тема, якая огучивается практически подчас усих приемов. Жихарка вёски Забияка Гомельского района Лидия Дедикова амаль 3 года не может переоформить участок. Соседи сгодные, але по некой причине справу марудить мясовый сельский совет. Подчас приему проблема вырашается литерально за 1 хвилину, после чего робятся архвыводы. Нету конфликтной ситуации между соседями. Нету. А конфликтная ситуация где? Исполнительная власть. Примите жесткие меры мне на стол. Вплоть до волнения. Вы меня услышали. Сегодня же вопрос был решен. Сегодня же. Еще один зворот от жихаров в улице Червоно-Маяковской, агрогородка Урыцкая. На колисти асфальтованной дорозе. Теперь одни ямы. У 2016-м рештки асфальту убрали. Однако это створило новую проблему. У сухое надворье за пылу людям просто нечем дыхать. Сегодня есть проблема на улице пылевыделения в результате прохождения автомобильного транспорта. В результате рассмотрения этого вопроса сегодня было принято решение выполнить на улице асфальтобетонное покрытие в следующем году. Ну, по погоде мы понимаем, что эта работа будет выполнена во втором квартале. Олег Сунтиров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».